Доброго времени суток, народ, с вами снова Джесс, и мы продолжаем проходить Fallgate London. В последнюю пару серий у нас тут появилась определенная боль, которую я ожидал от уровня сложности элита, что меня невероятно радует. Вот, и сейчас тот лысый товарищ выдал нам задание сходить на площадь Пикадилли и раздать там всем люлей. Чем мы с вами и займемся. Так. Время засек. Очень надеюсь, что на окрестностях Пикадилли у нас не заспавнились мобы, хотя, конечно, рассчитывать на это не приходится. Ну или хотя бы локация та же самая осталась. Угу. Конечно. Добрый день. Этих тварей тут вообще не было в прошлый раз. Жаль, не всегда есть время записать несколько серий подряд, чтобы все-таки от станции до станции. Вот. Ну, то есть, на станции начинать и на станции заканчивать. Это бы сильно упростило задачу, не приходилось бы тут зачистки устраивать. Но я сейчас постараюсь по минимуму просто пройти. Убив только тех, кто прям стоит на пути и мешает. Вау, там что-то редкое надо сходить. Зомби. Зомби это тут, а? А, нет, это не редкое. Это просто тварь, которая усиливает зомби. Ой. Не знаю, не хочу знать. Я бегу дальше, мне не тварь. Помнится, в предыдущей серии мы такую немаленькую пачку редких кощеев убили в главе с легендарным. Что дало нам некие хорошие предметы, которые мы, как обычно, разобрали. Вау. Ты кто? Повелитель зомби. Что-то новенькое. Вот какие-то ребята с кучей зомби вокруг называются, вон еще один. Них как-то бафуют, зомби становятся злыми, большими и живучими. Начинать надо явно с этой пакости. Ой, это посмотрите на урод. Не, вот этого не надо. Я отказываюсь умирать здесь, в этом годичном. Ой, как вы мне надоели, а. Твари прут таким потоком, что у меня просто не успевает откатиться щит. Похоже, надо аккумуляторы закупать на станцию, таскать с собой. Чтобы всегда иметь возможность быстро восстановить себе потерянное. Живучие твари какие-то очень. Бре. О, снайперка. Ну, опять же, как показала практика, снайперку можно считать не в условиях этого уровня сложности. Ау. Как и все, что требует долгого нахождения на месте для эффективного использования. То из нее неплохие запчасти получится. Это уж точно. Очень нравится скилл тактик.
он хорош. Так, разбираем, тоже разбираем. Вот у нас нашлась еще какая-то батарея. Куда проход? Чё проход? Какой проход? Что это? А это вообще куда? Давайте сходим, посмотрим. Это что-то вообще новенькое, я такого вообще не помню. Вот это да. Игра умудряется удивлять. Несмотря на то, что она была частично пройдена в свое время мной. Она была. Она вышла довольно давно. Куда меня несет? Я должен вообще туда идти? Чем дальше, тем больше у меня ощущение, что это плохая в целом идея. Так, скайп я забыл поставить на ДНД, извините, возможно, он не будет посвистывать. Хм. Интересное местечко. Ладно, забираем. Все, что можем. Надо. А че, что там внизу, кстати говоря, я не посмотрел. Это не внизу. Какая-то жижа. Странно это все, странно. Какая-то дыра посередине. Как сказать, посередине локации. Так. Ладно, продолжаем наше движение. Только не в сторону, конечно. Станции, а в сторону площади Пикадилли. Нажри. А, чудесно. Вот до этого мне их не хватало сильно. Теперь еще эпического принесло. Не знаю даже откуда это берется, но мне почему-то монстр такого цвета хочется называть легендарным. Как здесь это правильно. Но. Так или иначе, смысл. Что двигаешь ты меня? Нет, спасибо, конечно. Зачем? Так или иначе, смысл от этого не меняется. Немедленно, наверное, разбиваю шип. Благо их удар вообще не впечатляет. Теперь так можно было... Ой, мать. Так, хорошо, повелителя убили. Или нет? Просто любили. Тактик хороший, скинулся. Очень нравится. Возможно, его бы даже стоило покачать, если бы у меня были лишние очки навыков. Но поскольку у меня уже более-менее составлен план раскачки. Хорошо, вход на площадь Пикадилли нашли. Поскольку план у меня уже определенно есть, я думаю, я постараюсь просто найти определенные предметы, которые будут повышать этот навык. Здрасте. Какая прелесть с тентаклями. Дамочка, вам кого вообще? Да, когда у нее пропадает защитное поле, она вообще сразу сдохнет. Посмотрите, какая мерзость. Да. Хотя от этого говна.
Так, хорошо. Что нам... Эти ребятки нам точно здесь нужны? Не хуй, конечно. Хотя в хуй тоже придется стрелять. Потому что это хочу. Жаражор. Абсурдное название демонов. Не прекрасно. Что-то внешний вид локации мне подсказывает, что как раз таки одна из дизайнерских локаций, более-менее повторяющая реальную площадь Пикадилли в Лондоне. Так, давайте посмотрим. Ну, да, вкачать я пока что ничего не знаю. А жаль. А, так, а на каком уровне там дальше крит? На 15-м. На 15-м и 11-м. Ничего себе. А рикошет на 13-м. Игра как бы нас... Шара жжет. Жара. Читать разучился. Вечеру. Игра нас подталкивает к тому, чтобы тратить все-таки очки умений свободно. Но это, конечно же, не наша тема. Мы будем следовать плану сформированному. Что-то я не помню. А, нам нужен тут разлом. Красивое место. Огромная локация по сравнению с тем, что делал до этого. О-о-о-о. Женщина, вы знаете, что вы очень уродливы? Ага. Ну вот наш разлом. Внутри наверняка будет опять очень злобно. Босса разломов неизменно выставляют. Липучка. Неизменно доставляют босса разломов некоторых проблем мне. Либо тем, что их фиг убьешь просто, либо тем, что они довольно-таки больно легаются. Так, так или иначе, я хочу все-таки сначала найти... Вот, трогать трупы. Я хочу найти демонов... Бесов воинов. И забрать у них сердца. Вот, а после этого уже идти в разлом, устраивать там кровавый дебош. Мы умеем. Любим. Не надо. Так, там для собой нанято, я, пожалуй... Да, нет. Сдохни! Давай, 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 давай! Блять! Здесь должно быть много мата вместо молчания. Я, пожалуй, просто помолчу. Досчитаю до 10, подышу. Ладно, хорошо, мы знаем, куда идти. С дороги. Я вообще не буду останавливаться. Все, что будет на дороге, расстреляю, остальных. Так, хорошо.
Я передумал. Ну, он тоже на дороге дом сейчас. Так, хорошо, теперь нам осталось огнем убить. 11 штук. 11 тварей. Так, что-то мы противоядие не взяли. Очень неприятные эти электрические ребята. Они как-то... мне проблемы доставляют. В той серии убил такой же нас, если не ошибаюсь. Не хотел останавливаться. И залип. Убивая собак. Собаки. Живите. Так, площадь... Неважно. Здесь немного там появилось по новой уродов. Так вот, площадь Пикадилли. Ну, этих тут вообще не появилось практически. Замечательно. Раз. Что такое ремень? Ремень. Давайте мы его познаем, посмотрим. А, да, да, да. Нет. Не пользуется. Какой-то шлак, совсем шлак. Всякие стимуляторы серьезные я пока что складываю на станции. У меня есть такое подозрение, что рано или поздно они реально понадобятся. О, неплохо. И лучше их иметь. Так, этот убил тварь, из твари нападло. И да кто меня... Хорошо, продолжаем поиски бесов. Воинов. А, поняли. Наверное, этих собак даже убивать особо не буду. Экспы за них не дают. Толку в этом никакого. Да нет, давай зайдем. Почему бы и нет? Тут уютно. Гора в стене. И вообще ничегошеньки нету. Так. Да не парит. А, бесы воины понукались куда-то все. 10 штук явно нам никто тут не обеспечит. Ладно, пойдемте в разлом. Где разлом? Вот разлом. Пойдемте в него. Или... Или нет. Сейчас сходим еще за угол все-таки, пожалуй. Смотрим уж до конца. Да нет, нет, тут ничего, пойдем по разлому. О, нашелся. Родненький. Только сердца у него нету. Бессердечная скотина. Хорошо, разлом. Все-таки разлом. Надеюсь, в разломе их навалом и нам их посчитают.
боссов приходили. Ой, давал. Не нравится мне, как они на меня вылупались. Да, их считают тут. Боссов приходили. Это чудесно, на мой взгляд. Сейчас надо выполнить задание. Меня смущает вот та шипастая туша. Я уже не очень хочу туда подходить. Ну, конечно, подойду. Куда же я денусь? Подводный мост. Но подходить никакого желания. Так, обойдем с той стороны, чтобы не привлечь внимание туши. А, добрый день. Вот там мне не попадает. Все, хватит. Вообще надо по-хорошему, конечно, постоянно двигаться. Боюсь. Сейчас мы стараемся суетиться. И именно видео скажется будет неутешением. Торгаться пока что не особо хочется. Аптечки вроде есть. Можно немножечко их подкопать на сам. Даже просто если идешь дорога в ад. А, это не туша, это портал. Чудесно. Могу пройти, но я все равно хочу быстро. Во-первых, нужно сортаясь. Во-вторых, мне нужно установить свое доброе имя. Многовато демонов остается с моей спиной живыми. Так, ну пойдемте смотреть, что там у нас в аду. Давайте вы не будете сходить со своих мест, ладно, ребят? Что такое? Откуда вы взялись? Вау! Хрена себе! Там, да, извините. Если вы слышите посвистывание на фоне, то это опять мой белка шумит. Он проснулся и общается. Я сам ему на автомате ответил. Потом догадался, что пишу. Очень нежелательно, я даже так сказал, умереть уже, ну. Какие-то неприятные существа обитают. Продолжаем. Отвлекай немножечко. Не нравится мне местные мобы, как я уже говорил. На них. Добегают, кусают. Добегают быстро, кусают больно. Ну,
Воют страшно. Так, что мы здесь вообще ищем? Мы же явно не на пикник вышли. Собак погонять. Пальбой с энергетического оружия. Отвратительным звуком. Когда проходят криты вообще, сплошное удовольствие. Чем чаще это все будет, тем лучше. Но я чувствую, реально это будет не скоро так, чтобы прям вот они перли и перли. Потому что пассивный навык у нас не скоро будет прокачан. А без него трудно добиться хорошего показателя шанса критического выстрела. Так, что-то мы нашли. Могила оракула. Явились ладно какой-то подобно. Так тут еще и мертвая эта погонь. Это уже становится фирменной фишкой нашей. Пришли за Фолксом, Фолкс мертв, пришли за Оракулом, Оракул мертв. Давайте же посмотрим. Хватит крыться. Так. Голова Оракула. Отлично. Расхититель могил на службу тамплиеров. Хорошо, хоть не некрофил. О! А эта статуя у нас знакомая. Этого парня мы знаем. Гонял у нас немножко. Ты не обидишься, если я тебя заберу тут? Вечная нехватка места. Можно быстрее дойти до станции и повыкинуть там весь мусор в очередной раз. Так, реликвии надо тоже разбирать. Мы не каббалист, нам они ни к чему. Лучше хранить их не надо. Это дополнительный критический урон, я тоже, пожалуй, буду разбирать. Не вижу в них ощутимой пользы никакой. Энергозатраты в минус тоже не нужны. Так, хорошо. Давайте возвращаться на станцию. И на сегодня, наверное, будем завершать серию. Как раз получится то, что нужно. Со станции ушли, на станцию пришли. Сохранение получили. Надо сейчас на станции еще не забыть улучшить нашу пушку. У нас сейчас хватает материалов и хватает опыта для этого. На Черинг Кросс вернемся, пожалуй, быстрым путем, чтобы не тратить время на перебежки. Так, расширитель. Нет, не расширитель. А на горн, вот нам что нужно. Да, да. 150. Все еще 150, да? А в чем тогда? Со соль? А, в том, что я не смог улучшить второй раз, понятно. Все понятно. Так, давайте нашу банковскую ячейку пополним. Я тут несколько
некоторые усилия предпринял по систематизации всего того хлама, который... Это что такое? Ракеты. Всего того хлама, которым нас нагружают по мере прохождения. В основной своей массе это, конечно же, абсолютно ненужный мусор, который я сохраняю просто, чтобы он был, мало ли пригодится понапихать там какие-нибудь, скажем, вот в тот же в трезубец. Так, еще одна батарейка. Что тут у меня еще есть? Вот это можно выложить. Защиту от огня дает. Так, сейчас пойдем радовать. Не знаю, что стрелял. Кушать, видимо. Пойдем порадуем лысого дядю с заявлением о том, что мы все сделали. И принесли ему башку. Anytime. Come on over. So long. Этот все беспокоится о том, что его назначат помощником безумного. I trust you with my life. Безумного парниша, который стоит там внизу на платформе. Отлично. Он нас забрал голову. Хочет с ней пообщаться. Давайте взглянем на станцию. Не появилось ли чего нового? Добрый день. Нет, видимо. Видимо, не появилось. Much as you may not want it, I count on you. Люциус Солдон. Тот самый псих, к которому в помощнике так не хочет кузнец, который у меня за спиной стоит. Терпение, осторожность. Don't worry, things will get better. Так точно, сэр. Так. Бледный. And what good thing did I do to deserve such luck, I wonder? I wish you well. То есть его на самом деле поймали демоны, довели до того состояния, в котором он сейчас находится. Hello. Он не просто психопат. Мутовка Зевс. Это может быть интересно. Goodbye. Так, что ты, лысый, нам скажешь? Much as you may not want it, I count on you. We are counting on you. Довольно. За умное размышление. Для простого наемника вроде нас. Ладненько, давайте на этом завершать. Увидимся в следующей серии. Пойдем общаться с психопатом местным. Возможно, он нам чем-то поможет с этой башкой, которая разговаривает на абсолютно непонятном языке. Так, давайте напоследок еще с технокузнецом поговорим. I just want to be friends.
I'm programmed to say something kind and uplifting at this point, but there is apparently that is working in my favor. Буду рад вашим лайкам, подпискам, комментариям. Делитесь своим мнением. Всего хорошего. Пока.